И всем-всем большущий привет, мои дорогие друзья. В данном видосе у нас будет рубрика уже от черного рынка до фулл-фейс. Я надеюсь, тебе ролик понравится. UC-шопик, недавно открылся, поэтому давай, залетай. Ссылку я оставлю в описании на мой UC-шоп. Мы начинаем к нашему видеоролику. Все, давай, полетели. В Дилдропе завезли новые обновления, а именно добавили пару кейсиков, поэтому давайте откроем один из них. Вот такой вот, и 4 штуки. Все, ночь ужаса, полетели. Тут падает, примерно 2 мифика. Что? Сюда, на базу, просто сюда. Также завезли новый обменник. Давайте обменяем наши монеты, которые мы получили за открытие. Давайте выберем слева коробку. Ну давай. Что? Сюда, просто сюда. Пистолет на базу. Ну а по моему промокоду ты получаешь очень классный бонус. Ну, а мы приступаем к нашему видеоролику. Ссылка в описании. Ну а перед началом я предлагаю потратить 8 UC. Мне нужно 3 самоцвета, чтобы забрать маску оттуда вот золотую. И, кстати, этот момент я видел. Она его просто на шею запрыгнула. Такс. В целом, авик мне не нужен, авик у меня есть. Всего у нас 8, давайте по десяточке, уже будем крутить по десятке. Популярность в целом, пока это мне не нужно. В целом, ничего интересного нам не упало, давайте десяточку. Я понял. Так. Давайте с анимацией. Без анимации вообще никак. А, это ХАЕ? А, да, это граната. Все, давайте по десятке уже с анимацией. Я понял. Как я понял, мы... Да, уже самоцвет, гарант. Да-да-да, уже самоцвет гарант. А вот эмоция в целом она мне не нужна. Мне нужно отсюда забрать 3 самоцвета. Как я понял, сегодня мы будем выбивать уже гарантом. Давай. Краска, популярность. Дай самоцвет. Коллиматор. Как я понял, мне самоцвет давать не будут. Он мне не падает. По идее, мы сейчас уже до гранаты... Что это? Что это? А, увеличенный магазин. Я думаю, что это? Все, уже гарант, уже гарант. По идее, да, уже должен быть гарант. Все, сюда. Самоцветик на базу. Так, давайте докрутим оставшиеся UC. И еще один болик. И давайте заберем уже последнюю десятку. И опять мне выпал этот болик. Все, обмениваем самоцвет. 3 самоцвета на базу. В целом, все, давайте полетели крутить. Посмотрим, с чем мы уже пойдем развиваться. Полностью все будем покупать, в магазине, что нам выпадет. Давайте крутить, давайте до последнего. До последнего. Бесплатного, да. До последнего. Вы поняли. Все, давай. Что же? Все, не... МГ-3 и П-90. Не, это идеально. Покупаем все полностью все покупаем. Не, в целом я бы сказал, вообще идеально. Там МГ-3-шка, вышка пролетела. Такс.
патроны полностью, все покупаем и с этим, ну, мы пойдем уже развиваться. Ну вот и все, что у нас имеется. С этим и пойдем развиваться. Берем самое прям нормальное, что у нас есть, а остальное продаем. Также возьмем патроны на МГ-3-шку. Все. Покупаем. И прицел на МГ-3. На базу. Так, ну, все. Ну, нет, давайте. Давайте на пятую. Вот, пока на пятую. Чтобы у нас уже была стоимость, чтобы пойти на, ну, уже получше карту, что где падает степов. Ну, все, я вас сильно томить не буду. Мой сишоп в описании. Let's go. Ну, в целом, все, мы заспавнились. В целом, у нас спав нормальный. Но, чтобы закрыть босса, ненормально. У нас люди спереди. Взял такой, примерно, закуп. И у нас еще слева люди. Но у меня тактика пойти сразу на школу и не терять время на людей. Поэтому, ну, давайте сразу бежим на школу. Надеюсь, меня не убьют по дороге. Что хотя маловероятно. И справа у меня тоже люди. Надеюсь, он не будет. Не надо. Нет. Я пошел. Но, по идее, меня догнать не должны. А, и на школе у нас тоже люди. Ну, босса мы забрать не успели. Алло, алло, алло. Братик, братик, давайте. Братик, давайте, брат. Давай жить дружно. Давай дружить. Давайте, брат. Давайте. Они там сидят. Я свой, парни, парни. Не убивай, я бомж. Гандон. В целом, спавн у нас, ну, не прикольный. Ну а спереди у нас вроде людей нет. Поэтому, ну, давайте сразу на школу и по-быстрому заберем босса. Потому что нам нужна третья броня. Без третьей брони мы не запустимся. Ля, по идее, точно там никого не было. В целом, что нам остается, это забрать третью броню и уже пойти на третью карту. Ну, у нас уже стоимости 146к, поэтому, ну, даже без брони у нас, по идее, не хватает прям, ну, чуть-чуть, очень мало стоимости. И босса нам нужно по-быстрому забрать, потому что сейчас уже придут люди. Я надеюсь, у него не дроны. Бля. Все, идеально. А, синий. Все, забираем. Так, минилка и верста упала. Ну, все, заберем полностью. Все, идеально. А, у меня еще стрельба. А, ну вот, он тут бежит. Все, одного ногнули. И добил. Все, идеально. По идее, у него еще должны быть тиммейты. Я не понимаю, они придут. А, у меня стрельба спереди. А, вот и мой тиммейты. Вот он идет. Все, нокнул. Ну, его тиммейт очень далеко. Я не уверен, что его заберу. Этого нужно добить. Все. Ну, я не знаю, где его тиммейт бегает. Его вроде нет. Кстати, нужно пойти их залатать. Ну, кроме жетонов, с них ничего не выпадет. Ну, кстати, аптеки мне тоже нужны. А, у меня люди. Стоп, откуда они пришли? Продебл. А, нет, спасибо, у него граник. Я уверен, что эти ребятки по-любому будут меня пушить. Ну и как это контрить? Ну, у нас уже и все есть. Продаем жетоны и делаем закуп.
И полетели уже на третью карту. Старая зона блокады продвинутая. Все, стартуем. Все, я на месте. Я забагать спаун забыл. Не, ну, вроде там людей нет. Все, давайте тогда уже на рожок. И уже там и будем отыгрывать. Странно, но стрельбы пока нет. А вот у нас на вышке. А, нет, нет, бота нету. Значит, люди были. И ботика тоже нет. Не, ну, вроде никого нет. Бля, вроде никого нет. Я надеюсь, меня ничего не выпало. Сюда. Кстати, у нас еще справа должны быть там быть люди. Ну, вроде никого нет. Да, вроде никого нету. Так, ну, давайте уже тогда на рожок. Ну, стрельба есть, но она по мне. На вышке бота не забрали. По идее, босс должен быть на месте. Если я правильно понял. Да, 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 он на месте. Так, как тут багать? Как тут... Бля... Все, идеально, какой? Давай, давай, красный. Красный, броня! Броня ДБС улучшенная. И рюкзак. ДБС я забираю и рюкзак. Все идеально. Просто сюда. Ну, по идее, должны быть люди, но их нет. Ну, ботика мы забрали. С него идеально попадало. Вроде никто не бежит. Ну, я думаю, можно поискать людей, кого-нибудь забрать. Но я бегаю, вообще никого нет. И на рожок никто не пришел. Странно. Кстати, мне интересно, что там в метро? Но в метро тоже пусто. О, у меня сип. А вон он бежит. Продемал. Все идеально. Сюда! На базу. Что? Надеюсь, красный. Давай шлем, братик. Что? МК! Явик! МКшка! МКшка Явик, как я бузы! Сколько у него пушек, алло, братик! Но за МК, конечно, спасибо. По идее, вот тут где-то должны быть тиммейты. Давайте калим на МК денем. И я думаю, Авик можно за место ДМС. И у меня люди. Так, а где он? Он лег. Не надо. Подожди, я по идее загилиться успел. Должен. Что? Выкладки. У меня идеально хватило, чтобы уже пойти на туманный порт, пятую карту. Поэтому спавн я забагал. Мы заспавнились примерно где-то здесь. И давайте уже пойдем мы с вами уже на пауэрплант. Мы рядом с боссом. Ну, вообще идеальный спавн. Но что мне не нравится, эти боты, которые спавнятся возле повара. И второй. Но я не уверен, что я успею забрать босса. По идее, он должен быть с огнеметом. Все! Розовый! Давай! Что? Пятый шлем! СЛР, пятая броня. Не, шлем вообще идеально. То, что надо. Но у меня должны быть, по идее, люди, но они где-то задерживаются. В принципе, я предлагаю сбегать на соседний спавн, посмотреть, что да как, потому что там по-любому люди файтятся. Но уже тишина, видимо, когда я уже босса убивал, они уже перефайтились. Да вот они идут! Но два нока есть! Да последний остался. Красный! Да, он мне не даст залатать. Да. И второй тоже. Подожди, а куда он делся? А,
Все, я понял. У него зажиги, это не прикольно. Давайте в дом. Вот он бежит. Все, идеально, я его добил. Давай издеваться. Я не понимаю, где его тиммейт. Ну, он где-то должен быть, но его нигде нет. Поэтому я не знаю, они по идее вроде были втроем, но... Но у них есть тиммейт. Кстати, Роза. А, это щит поставил. Я думал МК. Давайте тех залутаем. Но будет неприкольно, когда я буду лутать, меня заберет их не последний оставшийся тиммейт. Бля. Ну и как это лутается? Я чуть не умер. Шестой шлем. Бля. Кстати, а что с этого? Нормально ему каску залил. Ну того надо лутать. Мне оттуда нужна МК. Я его хочу залутать. Все, МКшечка. Забираем. Две МК на базу. Я думаю, можно уже пойти на радейку. А что тут? А, с этого... Ну, этого я знал. Можно же пойти на радейку и забрать оставшиеся типов. Тайминг у нас 22:48. Ну, по идее, люди должны быть. Но когда я добегу, я думаю, вряд ли кто-то будет. Что у нас? Телега у нас на месте. Все идеально. Я надеюсь, что на радке кто-то остался. Ну, конец сезона, кому нужна радка? А, ну, собаки, видимо, они все на месте. И кейсы нигде не тронуты. Значит, на радейке у нас никого нет. Ну, на радейке у нас никого. Я думаю, можно сбегать на пауэрплант. Может, там кто-нибудь будет. Да? У меня тип сел, блядь. Ну, как я понял, он штурмовик, с него ничего не выпало. Нет, ну, конечно, такое осуждаю. Веселый паренек нам попался. Можно уже сбегать на Гарнет, может, там будут люди, но я думаю, там будут его приятели-штурмовики. А, они весь Гарнет залутали. Это что? Подожди, это Тим. Да-да-да, я Тим, братик. Хайзен. Хайзен? Это Хайзен? Это ты? Давайте мы скинем ему весь свой лут, который мы заработали. Ебать, держи, спасибо, братик. Ошалеть. Да, это его Тим. Это мой тиммейт. Давайте мы им все отдадим полностью, что у нас есть. Все, парни, давайте удачи. Отдаем все, что мы добыли. И рюкзак. Ну, вот такой вот получился видеоролик. Всем удачи и всем пока-пока. Не забывайте про лайк и подписку. Но мне очень будет приятно. Всех обнял. Добрее!